Строительство школы на Патрокле под постоянным контролем. Глава города Владивостока Константин Шестаков проверил ход работы и поставил новые задачи. Количество рабочих, задействованных в строительстве школы в микрорайоне Патрокл, должно быть увеличено до 250 человек до конца следующей недели. На прошлой неделе мы обсуждали вопрос недостаточного количества людского ресурса на самой площадке. Уверенно, там ситуация выправляется. Добавили дополнительно 30 человек. До конца будущей недели должно быть 250 человек на самой площадке. На этой неделе завершили 60% работы по всему проекту, по инженерным сетям, а именно по вентиляции, 70% по электрике. Завершили работы по установке внутренних перегородок у первых трех секции первого корпуса учебного. На эту неделю закупили все необходимое оборудование вентиляционное, оставшееся. Заказали лифты. Уже сейчас завершены работы по установке внутренних перегородок в трех секциях первого учебного корпуса. Закуплено вентиляционное оборудование, ведется установка балок в корпусе, где будут бассейн и актовый зал. Следующий этап – установка перекрытий. Напомним, школу на 1300 мест строят по нацпроекту «Образование». Новое образовательное пространство включит в себя кинотеатр, спортзалы, современную библиотеку, бассейн, учебные классы и многое другое. Строительство объекта находится на особом контроле у городской администрации. Олег Завьялов и Елизавета Драгомирова. Новость на восьмом.